три, четыре. Куда идем мы с листочком? Большой, большой секрет. И не расскажем мы о нем. И нет, и нет, и нет. Да! Да. Да, конечно, расскажем всех. У нас нет секретов для наших зрителей, для наших участников видеомарафона. Мы открыты, открыты на все 100%. Всем привет! Привет, друзья! С вами Лилия Донскова и Булатцев Михаил. И сегодня 8-й день видеомарафона. И тема дня, чему мы успели научиться за это время, что у нас получилось, что не получилось, и поехали. И поехали, друзья. Всего 7 дней прошло нашего видеомарафона, 7 дней. Да ладно, не 7, мне кажется, уже полжизни. Да, такое ощущение, как будто уже мы знакомы с вами большое количество времени. Итак, что же у нас прошло за эти 7 дней? Но как мы считаем, что мы стали лучше видео, мы научились говорить. Первое видео мы так волновались, ужасно, вообще тряслись просто. Хотя до этого мы часто снимали видео. Да, мы в принципе умеем это делать, проводим вебинары, тренинги, но это было так волнительно. Мы сейчас уже стали научиться снимать их короче, и нам так кажется, что они стали более динамичные и неволнительные такие. Вот. Конечно. Еще, что вот конкретно по планам, то есть благодаря семинарам, которые мы смотрим, и видео, которые мы тоже просматриваем, мы много осознаний сделали и пересмотрели свой план немножечко, да, мы увидели, что мы делаем мало, и план у нас маленький совершенно. Да, такое ощущение, что мы засели в зону комфорта, и нам хорошо. Мы можем еще больше. Да, мы можем больше, мы это поняли. Да, и вот в связи с этим у нас новые планы возникли, более грандиозные. Вот, еще для меня, что очень ценно, благодаря всем вам, я возобновила занятия йогой. Я забросила их вообще уже на целый месяц. Сейчас с таким удовольствием вернулась, как будто вернулась к себе домой. Вот это очень круто. Что у нас не получается? Ну, мы не всегда можем быть организованными. Немножечко... Не всегда получается просмотреть все видео всех участников. Это нереально просто, у нас так много. Да, все-таки основная работа занимает больше времени, чем видеомарафон. Так, И нам нужно перебежать дорогу. Побежали. Да, побежали через дорогу. А это наш свет? Не знаю, не наш. Ай-яй-яй-яй, мы нарушители. Вот. Так, перебежали через дорогу, поехали дальше. В принципе, и все. И все. Мы сейчас бежим домой и показываем... видео, и да, скоро выложим его. Показываем примером, что видео можно снимать абсолютно везде, хоть в бане, хоть на горе, на сноуборде, хоть перебегая на красный свет дорогу. Сильно не ругайтесь только на это. Ну да. Ладно. Ну, классный опыт, вообще потрясающий. Мы рады, что мы в игре, мы рады, что мы познакомились с вами. И желаем всем успеха и классного вообще драйва от всего происходящего. Пока-пока! Пока!